Развитие предпринимательства в условиях новой экономической реальности обсудили в Ульяновске на форуме деловых женщин. Событие состоялось в нашем регионе с 9 по 11 марта и стало частью одного из национальных проектов в сфере бизнеса и предпринимательства. Центральным мероприятием форума стало пленарное заседание. Губернатор Алексей Русских вместе с федеральными экспертами и представительницами бизнес-сообщества рассмотрели острые проблемы, связанные с новой экономической ситуацией. Также подняли темы государственно-частного партнерства, дополнительного образования, социальных гарантий и самозанятости. Спасибо всем гостям за интерес к нашим проектам и мероприятиям. Из года в год мы видим, как растет число участников форума. В повестку включаются новые вопросы, открываются новые производства, осваиваются новые сферы. Его проведение подчеркивает то большое значение, которое мы придаем развитию женского предпринимательства в нашем регионе. По статистике, более половины субъектов малого и среднего бизнеса в Ульяновской области открыты и ведутся женщинами. В непростых условиях государство совершенствует программы поддержки бизнеса и предпринимательской деятельности. На форуме работали 15 площадок с насыщенной программой, которые затронули разные сферы и направления бизнеса. Ирина Кузоваткина выступила куратором площадки «Как хобби превратить в бизнес». За два дня площадку посетили более 300 человек. Мы придумали интересный концепт. Наши площадки пригласили 20 успешных предпринимателей и самозанятых женщин нашего региона, которые рассказывали на примере своего бизнеса, как найти идею, как упаковать бренд, как продавать товары, как искать клиентов. То есть это не теорики бизнес-тренера, а именно практика от действующих предпринимателей, чтобы они вдохновили участниц открыть новый бизнес. Сегодня в Ульяновской области женщины-предприниматели могут получить льготное финансирование, воспользоваться услугами регионального центра «Мой бизнес», а также принять участие в специальных образовательных программах, таких как «Мама-предприниматель» и «Женщина в бизнесе». Ульяновская бизнес-леди Марина Эра высоко оценивает уровень поддержки женского бизнеса в регионе. Для нее участие в форуме деловых женщин – хороший способ познакомиться с новыми партнерами. На форум приходят обычные люди, как правило, чему-то научиться, познакомиться. Во-первых, огромный нетворкинг. Здесь находишь идеи, здесь находишь людей в коллаборацию себе. И ты себя показываешь. Форум завершился награждением лучших женских предпринимательских проектов 2021 года. Губернатор Алексей Русских вручил награды победительницам в 16 номинациях, отметив лучшие проекты в сферах образования, культуры, красоты и здоровья, сельского хозяйства, социального предпринимательства и благотворительности. Валентина Никонова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.